Мы все служили в армии, в одной части, кроме Юры, гитариста. Значит, чтобы как-то себе заработать на сигареты, вот последние полгода я служил в Одессе, чтобы как-то себе заработать на сигареты, попсиколу и бутылку шампанского, мы это дело очень любим. Мы выходили на улицу на Дерибасовскую, ложили кейс от барабана. Там собиралась толпа народа, и, в общем, нам было очень-очень приятно играть. Я первый раз в жизни встретил людей, которые, ну, разделяют то душевное удовлетворение от музыки, которое я испытываю сам. Вот потом армия закончилась, я собирался уехать домой, но мы вместе собрались и решили продолжить дальше. Так вот с улицы мы пошли этой дорожкой. Тяжело вообще сказать, почему музыка нравится. Это чисто субъективное понятие, почему музыка нравится. Но мне кажется, потому что в ней заложена огромная энергия, которая передается от этих музыкантов, от этой самой музыки, от исполнения, от инструментов. Та энергия, которая передается к слушателям. И когда играет музыка ансамбля «Малик Бенд»,
я вижу, что, в общем-то, никто спокойно не может стоять, не может спокойно сидеть. То есть в них вливается прямо энергия. Наверное, это все-таки жизненная энергия. Мне кажется, что эта музыка просто для разных возрастов. Она в себя включает элементы и джаза, и рока, и классических произведений. Вообще, это интересная мысль, что новая музыка и вдруг классическая. Мы привыкли, что классика, это, которая там, десятки лет назад была сочинена и признана многими поколениями как музыка, которую приятно слушать. Тогда она классическая. Тут она вдруг сразу становится классической. Ну, действительно, ведь ее слушают и молодежь, и дети. Я видел 2-3 лет, дети очень живо реагируют на то, что играют ребята. И люди в возрасте, и мои старики, там, отец, мать, тесть, теща, они с удовольствием слушают эту музыку. Она почему-то нравится всем. У них любая вещь, в любых ним исполнении, она будет просто неподражаема, неотразима. Выбрать направление для них сейчас, я даже не считаю нужным выбирать направление. Они просто создают музыку, созидают.